Снова здравствуйте, дорогие друзья. Херсон у нас обновился, а и мы продолжаем уже следующий матч. Встречу Алекса, Мэма и Эклипса. Так. Варьер против Шамана. Ну. Драконы, все дела. Ой-ой-ой, один момент. Так, мы продолжаем, друзья. Алекс ММ, Эклипс, Шаман против Воина будут у нас сражаться. Почищает стол от таунта. Карт практически не остается в руке у нас у Эклипса. И Алекс ММ, кажется, может сейчас задавить его. Ой-ой-ой, как же повезло, именно нужный тотем появился у нас для Эклипса. Ну, как говорится, удача подготовленным. Улыбается. Через губитель крыла тьмы уничтожается тут же этот вард. Ну, теперь, внимание, вопрос, как распорядиться своей маной. Можно, да, рыцаря выставить, либо два тотема. Но два тотема сейчас какой смысл ставить? На шестую ману будет очень даже ничего выставить сразу их пару. И к тому же еще и использовать силу героя, все будут усилены. Но решил расправиться ММ, Алекс ММ, с ним моментально. С глаз это, конечно, хорошо. Но можно было бы сначала попробовать тотем вызвать, и если на троечку было бы добить. Ну, в принципе, без разницы. Да, решает вот так, вот таким образом оставить дракончика на столе. Ну и жабу приговорили. Есть еще один таун, да, сумеречный страж. И в лицо можно идти. 16 хп всего лишь остается у нас у Эклипса. И вот как-то с трудом верится, что в этой ситуации да можно какой-то камбэк увидеть. 5 урона. С какой стороны поставить сквайра? Наверное, да, все-таки с этой. Ух. Сумеречным стражем, да, неприятный, просто неприятнейший тотем языков пламени был уничтожен. И дальше в лицо. Ой, минус 3, драконоид становится 9-9. Ужас, ужас. Что же делать в этой ситуации? Может быть, имеет смысл все-таки Рагнароса выставить? Либо, давайте посчитаем, можно разменять сумеречного стража у нас с сквайром. И громового утеца рыцарем усилится. Это получается у нас 5 урона, тут 2. Во мне видят только гору. Вопрос, кого будет зачищать первым. Таунт. Отлично. Да, вот это очень хорошо. В данном случае, да, чудесного дракончика надо зачистить. А на пятерку вот даже не знаю, в лицо пойдет или все-таки, да, контролить пытается изо всех сил, потому что, ну, очень больно. И еще выстрел. Следующий ход. Летал неизбежен. Нечто из глубин, к сожалению, не поможет. Мы на короткую паузу, дорогие друзья, уйдем. И скоро вернемся.
Возвращаемся снова, второй матч, и... Ой, надо как-то цифры поменять. Дорогие друзья. Один-ноль счет у нас становится в пользу Алекс ММа. И теперь на Хантера остается первый ход. Доезжает в руку все-таки не оттупырь. Ну а здесь два варианта. Либо через камнедробитель сразу же уничтожить его. В принципе, что и выбирает для себя Эклипс, потому что оставлять не хочется. Ну, второй ход тоже имеется. Почему-то медлит. Ну вот. Элик на столе. Посмотрим, что есть в колоде. И высокогриф в руку для Алекс ММа. Эх, я даже не знаю. Интересный. Да, немного не тот тотем, который хотелось бы, но в любом случае, сдается мне, будет его чистить. Чистить Алекс ММа стол. Нельзя оставлять тотем, и берет в руку оружие. Ай-яй-яй, нужный бы... Нет, к сожалению, не тот тотем. И все равно решает использовать водоворот, потому что надо как-то отвоевывать этот стол. Тяжеловато. Неплохое существо, между прочим. Это я спустил собаку. Так, делает из него таунт и уничтожает тотем. Плюс 2. Можно как бы... Я думаю, Элека надо... На Элека использовать с глаз, потому что иначе... Ну вот. Таунт. А вот когда он нужен... Его, естественно, нет. Ну, тут, в принципе, все решаемо, все просто. И... Элика можно в лицо пойти, зачистить тотем. Либо вообще всем в лицо пойти. И еще и команда взять на 5 урона. И получается, у нас 5 хп остается у Эклипса. 3 хп, прошу прощения. И это победа. На шестой ход. На шестой ход летал. Конечно, можно попробовать использовать там с глаз. Эклипс же не знает, какие карты. Быть может, есть целых 2 хода. Или уже нет смысла с глаз использовать. Просто зачищает стол. И неплохо сыграно. Да, действительно это так. Алекс ММ просто вырвал победу. У своего оппонента очень быстро.